Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 687. С вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, Тадышный Крит. Ну и сегодня мы продолжаем прохождение Горького 17. Не забываем ставить люба. Тем, кто подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Да, и вступайте в наши две группы. Наши 90-е и пока 59 для жителей Перми. Пока 59, пока только. Вступайте. Интересуйтесь, не забывайте. Ну и мы поехали. Так, где? Так, тут у меня еще это живо. Значит, вот это вот. Да. Так, что там всех по ХП? Надо как под ХПшиться, покажите. Так, давайте под ХПшиться. Че, кого по ХПшку? Вот что есть, жрачки. Жрачки. Она у Селиванова всех больше. Ну и надо всех больше. Так, давайте-ка сюда заглянем. А сюда мы ходили, да? Опа-на, махач. О, опять сейчас крутой писяра. Ребята, только чтобы никто не подставлялся под свои же пули, ясно? Командир, чи мы стреляем, чи нам конец. Коврига, не кипятись. Если Юка тебя случайно изрешетит, ты точно так же сыграешь в ящик. А я не хочу никого потерять в результате дружеской перестрелки. Так, давай-ка его усыпим, попробуем. Разрыв, супер. Зайти не можешь, да, минуска? Давай, херачу. Нихера себе. О, ну тяжелая броня. Как мы сейчас его долго будем бить? Кортики нем. Ни хрена у него хп-то. Ты не можешь. А сюда мы никак. Стрельнуть-то не можем нашим бластером. Наши крутые пушки. Селиванова походу зато. Ну ладно. Давайте эту шелупу не будем обходить как-то. Зачем мы его шиндаром хорошенько? Ставим кого вот здесь будущий. Туго придется нам туго. Было бы еще что-нибудь. Чем понижать броню, было бы еще ништяково. Так, давай сейчас-ка пахти твоей пушкой. Шандарахнем. Че? Всего 7? Это трындец. Thank you.
долго будем бить. Сейчас проверим, что он горит, не горит. Ух ты, на уровень получила. Кинула бутылем. Исхлопотала уровень. Нормально. Контратаку мы не будем прокачивать. Ну все. Он ужил. Ужил. Шон плюс. А, воспоминаем. Все отлично. Давай стрельни по него. Защита, сука. Да это матан, ну как? Она сейчас позаставит тут побить-то его. Подолгу. Пока у него хп-то все выбили. Этой дури. Подрываешься ты хорошо, значит. Значит, как тебя подлечат и заложат тоже бомбочку ему. ХП, блин, удачно. Да. Чё и весело будет, да? Чем он таким бы ещё подбил? Ну, граната ни хера не стала. Как странно его туда это взрывает. Или у него спина. Слабое место. Мы сейчас обойдем. И сделаем вот так. А, у него спина, сука, слабое место. Все. Зря я бомбу тут заложил. Да ладно, что делать дальше. Начинаем ходить. Да. Попробуем стрельнуть.
4. Вот, все понятно, только со спины надо. Херачит эта тварь. Давай, ёпка, добей его.
Свалили этого танка. Манипулятора, блин. Вот трындец. Но даже он никого не покалечить не успел. Так, так, мы вышли. Поэтому тупо прошли все, да? Давайте зацелимся, на всякий пожарный. Черт дери! Гаврига, назад! Назад! Кому я сказал? Мать твою! Ладно, сейчас будем. Что? Николай, ты потерял рассудок. Я не хочу погибать из-за этого сумасшедшего хохла. Ах ты, лучше измени свое настроение, или я сам пущу тебе пулю. Уже лучше. Побыстрее, если позволишь. Да, уходили ты тут. Триньерс. Тараска. Я боюсь, нам будет очень плохо. Давай их хотя бы оглушим. Хоть бы их. Вот у этого защита от оглушения. Надо этих двоих. Щемись. Так, с медуза. Дуем сюда. На помощь повриги. Что-то морозно, блядь. Ну и название, сука. У вас. Как сюда вот встанем и как изменем нашим бластером по этим его ублюдкам. О, шикарно. На это я шикарно сам охренел. Чем у тебя отморозок? Вернуть там. Это, по-моему, вот так вот. Заморозить, отморозка. Откуда? Отморозок у нас, блядь, мотованный отморозок. Давай эту штуку здесь поставим. Они что, не видят эту штуку-то, что ли? Только отморозок видит, сука. Ну чё, отморозок, зачем мы тебя? Давайте огнестрелом возьмём нахер. Быстро отходим. Повернуто будем в эту сторону, вот он будет нападать. А сейчас мы его... согреем. Даю-ка. Хорошо, да, отморозок? Вернем. Блять, вернуть не очень.
контейнер очистить. Ох ты ж, блядь, по двум. Что толку контратаки там? Дотягиваемся до него. Срочно вот эту хуйню вводим. Легко лучше бы слабить. Вообще я нахрен припадаю. Бластер-то не заряжен, так еще. Шиндарах, молодец. Вот так же, блядь. Не получится так, да? У меня хоть гранаты могу поклеить, это получше. Не нравится. Давай-ка в ринга пока потихоньку будем валить всех нахер. Так, нормально. По всем трем. Срочно надо его подлечить. Меду здесь сильнее всех достается сегодня. Ну, в ковриге будет больше всех. Достается медузе. Докинуть не могу, бля. В ярости. Вот это надо использовать пока. Гриш интересно. На бою кто-то повернулся. А, это на ловушку направить. Ну, хорошо. Сейчас мы тебя...
где-то моя медленная ножка. Ах ты ж! Пизду, блин! Я-то этим не знал. Мы идем на помощь. Закрыт. Пойдем сюда в лавку. Да. Ну, еще одна пета. Круто. Аппарат стек вас патронов будет еще. И ракета. Те же солдаты, которых мы встретили в музее. Только теперь на них другая форма. Успокойтесь, молодые люди. Я уверен, что мы прекрасно поладим друг с другом и без стрельбы. Возможно, вам знакома моя фамилия. Я генерал Косов. Цель у нас с вами общая – попасть в лабораторию. Только я-то знаю, где она находится, а вы еще нет. Я человек не жадный. В лаборатории мне нужна только одна вещь. Остальное дерьмо меня не интересует.
С тех пор, как погиб наш умник Морозов, в его приборах все равно никто не сечет. Мне же нужен сущий пустяк, который для вас, господа, не представляет никакого интереса. Тем более, что этот пустяк — собственность Министерства обороны, за которым меня и прислали. У меня есть к вам деловое предложение. Вы даете мне еще один час и не суетесь в мои дела. А я вам потом показываю, где находится эта лаборатория. Если мы не будем друг другу мешать, то совсем скоро отправимся домой. Не только живыми, но и даже в хорошем настроении. Ну да. Только откуда я знаю, что вы говорите правду? И что помешает вам просто взорвать лабораторию после того, как вы возьмете ваш пустяк? Я уже сказал вам, что мне нужна лишь одна небольшая вещь. Остальное меня не интересует. Кроме того, за городом все равно наблюдаются спутники. И я не хочу портить отношения с начальством без причины, уничтожая дорогостоящую лабораторию. Поймите, если бы я этого действительно хотел, то вас бы убили при первой же нашей встрече. Вот суки. Ну, что вы скажете? По рукам? Ладно, даю вам полчаса. Микола, ты что, рехнулся? Им же нельзя верить. Они же нас потом сами и пришьют. Подумай. Селиванов, успокой своего хохла, он же сорвет нам весь уговор. Я тебя сорву, сволочь, я тебя так сорву. Думаешь, я не знаю таких, как ты? Самодовольных ублюдков, которым наплевать на все, кроме собственной цели. Микола, откажись, или я сам сейчас его пришью на месте. Да, а я думал, что разговариваю с умными людьми. Ну ладно, придется решать дело старым проверенным способом. Огонь! Вот, сука, чую сейчас весь мир. Твою мить! Так, Микола, где-то у тебя была хорошая пушка. Надо их спичковать. Точно.
Зачем мне тут на троих ракеты тратить? Тараса, чё там? Тоже вот такая же штука. Будем ждать. Мне надо, чтобы они хоть четверо-пятеро в одну кучу залезли.
Как глупо. Вот столкнулись два идиота. А по мне так только хорошо, что они уже мертвы. Так они мне нравятся гораздо больше. На них даже пуль жалко, проклятые подонки. Коврига, твои гневные тирады здесь явно не к месту. Прости, Микола, но если б ты сам в детстве с такими пообщался, ты б меня понял. Ща проверю. Тут какой-то чертеж. Карта, по-моему. Ага, похоже на карту города. Рядом с гостиницей стоит стрелка. Значит, он туда и шел. Погоди, внизу еще что-то написано. Группа МЧС. Не единственный вариант Павлова. Подпись. Ай, не могу разобрать. Я ж тебе говорил, командир. Хорошо, что они уже сдохли. Спокойно, Коврига. Так, надо бы так пышить. Ну и, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрейт 987. С вами был Нев. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.